Ребята, всем доброе утро. Начало осени. Сегодня приехали на Чигиринское водохранилище попытаться споймать подлещика, леща. Потому что прошли слухи, что началась раздача, клев осенний, подлещика. Вот я решил проверить, давно здесь не был. Около 2,5 месяцев. Ну и утро пока что начинается многообещающе. На первых же забросах начала клевать такая густера. Ладошка, чуть меньше ладошки, но такая неплохая для густеры. И проскочило 3 подлещика. Прям на каждом забросе есть поклевки. Надеюсь, будет продолжаться и далее так. Вот на ближнюю 5 густера, скорее всего, клюет. Поклевки видно. Резкие такие тычки. Подлещик все-таки чуть-чуть по-другому клюет. Выбрал сегодня 2 дистанции. Ближняя 45 метров. Дальний около 60. С дальней клюет подлещик, а с ближней вот только гусера пока что. Но клюет прямо на каждом забросе. Рельеф дна. Здесь такая вначале идет бровка довольно крутая в 20 метрах. И потом постепенно такой свал до 5-6 метров. Вот. Дальняя точка у меня на 5 метрах. А та, что поближе 45 метров, та на где-то 4 метра глубины. Но рыба, как видите, клюет разное. По насадке, как всегда, мотыль. 5 мотылей, 1 опарик. Моя любимая. Поводки около 70 сантиметров. 0,12, 12 крючок. Корм сладкий. Бисквит и шоколад. Летний вариант еще, потому что довольно-таки тепло. Поэтому ловим еще летними запахами. Да, что-то есть вроде. Ну-ка, густера, блядь. Да, такая хорошая густера. Просто хорошая густера. Вот она. Ну, грамм 100-150 такая. Личная густера, но хочется ловить все-таки подлещиков и лещей. Приехали мы все-таки за ними. Поэтому даже не знаю, радоваться или огорчаться. Ну, что огорчаться? Рыба клюет, поклевочки прикольные. Поэтому чего огорчаться, я думаю, что надо радоваться. Садок сегодня взял, как всегда, маленький. Потому что тут попросил меня товарищ на соревнования, мой большой садок. Поэтому всегда, когда берешь маленький садок, рыба обычно клюет лучше. Светлее сейчас уже поздно, в 6 часов, поэтому я тут уже пока то-се, нашел точки. Раскинулся, замешался и уже вот, наверное, 8-й час пошел. Ну, здесь всегда весной и осенью обычно клюет. Летом такое межсезонье на водохранилище. А вот весной и осенью можно даже неплохо отловиться. Густера долбит с каждого заброса на правую ближнюю точку. А левая совсем умерла.
Вот на правую. Вот опять густера. Тут 5 густерин. И один подлещик проскочит среди этих густерин. 3 загиба было недавно неплохих, но что-то один сорвался. И 2 совсем не засеклось. Не знаю, в чем дело, уже поменял крючок, может, в нем было дело. О. Удочку. Правую не очень хорошо видно. На нее долбит густера. Долбит и долбит и долбит. А. Ну, хочется ловить под лещей. Вообще лучше лещей. Ну, уже как есть, как есть. Ну что, после утрашней активности немножко все притихло. Часик уже, наверное, одного подлещика спамал. Такого грамм 200 и одну небольшую густерину за ближней точки. Дальняя что совсем притихла. Не знаю, с чем связано, но рыбка оттуда ушла. Куда-то переместилась. О, на 2 сразу поклевочки. Что-то вроде потяжелее, может, кажется. Да, что-то маленькое. Жаль, что тяжело было. А, тут долбит. Тут долбит, и это надо вытянуть. Бровку перетянуть. Может зацепиться и сорваться. Не, что-то сопротивляется, наверное, побольше чуток. Клюй. Да, чуть побольше. А, не, такой же подлещ. Тут отстрел. Ой, кошмар. Кошмар. Давай тебя сиканем. Ну, густерина что-то совсем маленькая. Да. Не, подлещок. Ну-ка, кто ты, подлещок? Но маленький. Сейчас покажу это вот красивое место днем, как выглядит. Виды, конечно, классные. Для отдыха самое то. Но рыбка что-то в обед отказывается клевать. Пройдемся, покажу. Тут такая вот стояночка есть. Люди отдыхают. Костер здесь видно палит. Шашлыки, наверное, готовят. Даже вот кто-то решетку оставил. Такое вот место. Столик есть. Вот такая типа палатка. Ой, у меня там клюет. Ой. Густерина или подлещик, наверное, подлещик. Клювочка такая. Вот она. Оп, оп, оп. Может, и густера. Наверное, густера. Сейчас вытяни, посмотрим. Так, это все-таки был такой небольшой подлещик, грамм 250. Все-таки рыба иногда клюет. Ну,
Гостериная поклевка. Видно по характеру. Очень веские очки маленькие. Подлещик клюет по-другому. Более размеренно и продолжительно. А здесь просто резкие повергончики с остановками. Оп, и отстрельчик. Красиво отстрелило. Да, густерка это. Какая вот густерочка. Так вот. Вкусно и красиво кормим сегодня рыбку. В надежде выкормить кого-нибудь покрупнее. Так, время движется к обеду. Что-то рыбка совсем перестала клевать. Наверное, у нее обеденный сон. Густера дает. Совсем мелкая густера. Такая вот. Еще не успел подмотать, густера сдолбит. Эй, как птицы кричат. Ой. Гусера, ты что творишь? Долбит. Тем временем мы продолжаем ловить рыбку. Худо-бедно, но рыбка клюет. В основном густера. Иногда проскакивают небольшие подлещики. Леща так мы пока и не дождались. Я думаю, немного еще рановато. Надо чуть подождать, пока похолодает. Ну а так рыбка, конечно, клюет хуже, чем с утра. С утра совсем был клев на каждом забросе. Сейчас такие редкие поклевки, раз там в 10-15 минут. Иногда удается засечь рыбку. Иногда нет. Тем временем у нас тут контрольный перекус. И будем уже потиху закругляться. Сегодня лаврухи подловили вдоволь. Такой тарани. Самая большая грамм 500-600, но в основном густера грамм 100-150 такая. Потом улов покажу. Ну вот, подошла к концу наша рыбалочка. Вот такой улов. В конце приложу, я думаю, ближе к 10 килограммам. Ничего большого не было. Наверное, самые большие были грамм по 700 вот там. Но так неплохо в целом. Хотелось бы лучше, хотелось бы лещей. Но и так пойдет. Всем ни хвоста, ни чешуи.